Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители, поклонники General Zero Hour. С вами канал Bliar TV. И прежде чем мы продолжим наблюдать за этим топовым реплеем, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца, также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И самое главное, помнить, только благодаря вам нас становится больше. И наша любимая игра становится популярнее, но на ваших экранах топовый реплей Ru-Community с участием Шедебро из России сыграет за Китай пехоту. И самое интересное, что это Mirror, потому что богом данный также играет за Китай пехоту игрок из Украины. Ну, я думаю, понятно немножко по смыслу никнейм богом данный, скорее всего, от слова Богдан. Потому что зовут этого парня Богданом, он еще подросток, но уже показывает очень высокий уровень игры. И поэтому будет посмотреть весьма интересно, я думаю, будет все очень напряженно. Сергей у нас под желтыми цветами, именно так зовут Шедебро. Тоже показывает высокий уровень игры. В общем-то, битва, скажем так, опытных ребят. Ну что ж, два ресурсных центра. Военный завод, казарма у нас от Шедебро, от богом данного. Также военный завод, казарма и бункер на левом фланге. Интересно. И попытка, по всей видимости, в будущий захват или просто занимает домики для вижена, ну и для какого-нибудь малейшего дамага. Хотя очень удобно занимать вот эти вот бункера, чтобы по флангам не прокатывалась неприятная техника. Или, по крайней мере, ее заметить, если падут те же драконы. Сразу же у нас от желтого пехотника пошел спам с казармы. В центр здесь также занял два домика богом данный труповоз. Но вообще, по классике, наверное, в последнее время очень привычно было бы увидеть и Airfield в ближайшее будущее. Да, уже Airfield у нас пошел богом данный для того, чтобы как раз-таки заранее вскрывать вражеские аванпосты, вражеские труповозы, чтобы они просто не успели прийти на базу. То будет очень много больших проблем. Но врывается здесь аванпост, пошла стычка. Высаживается пехота от Шедебро, также высаживается от богом данного. Но там еще был и миниганер, да. То есть здесь стандартная экипировка. Ну, а здесь посадили миниганера. Справа фланга проходит много миниганеров. Это тот самый труповоз, который был уничтожен в центре. Но есть чем встретить. Великолепно. Также труповоз вылетает. Там будет... Ой, как неудобно, ребята! Не успели высадиться, по всей видимости. С половиной хп оглушенные вышли. Неужели эта группа справилась с целым труповозом? Внимание! А труповоз стоит 2400, между прочим. То есть, какую сумму сейчас потерял богом данный. Ну, здесь пытается отработать тополтраками. Вроде бы как удачно все у него получается. Так точно. Первый миг уже есть в филде. Здесь ракетчики миниганера. Пока на них никак не обращает внимания Шедебро. Здесь тоже был подавлен ракетчик сополтрак. Работает. Ну и пока только спам пехоты мы видим со стороны желтого игрока. Плюс авантпосты. Филдяр он не уходит. Дополнительные ресурсы устанавливать тоже не идет. Здесь была потеря дракона, между прочим. Ну, достаточно, скажем так, более агрессивный старт, наверное, от Шедебро и Миги. Вот оно, дорогие друзья, прекрасное воплощение той самой теории, которую я вам сказал про Миги. Да, даже не теория, мы это все видим в практике. Когда подлетает просто два Мига, вскрывает пост, вскрывает полностью пехота, которая есть в этом посту. Да, и причем даже второй Airfield добавляет богом данный. Но вот это интересный момент. Не знаю, насколько ему второй филд пригодится. На правом фланге здесь как раз таки домик был хорошо занят игроком из Украины, да, и он вскрывает просто вражеский аванпост, а свой уходит. Интересный момент, один Airfield все-таки отстроил Шедебро, повел дозер на левый фланг, но, знаете, в таком мироре, на такой стадии самое главное не потерять дозера, то есть нужно как-то подумать и об отстройке командного центра. Казарма, то есть была уничтожена казарма, приходится заново ее отстроить. Захват вышки готовится, и он уже изучен, бункируется сейчас у нас богом данный. И в это время уже ставит третий ресурсный центр Шедебро. Справа проходит аванпост, неприятный, нужно его останавливать. Есть Миги, все так же шикарно отрабатывает и Шедебро. Посмотрите, сразу же упал целый пост. Ребята там догорают, конечно, в шашлык полный превращаются. И на самом деле, вот пособие, да, для новичков, для неопытных игроков, как останавливать в пех-мироре вот подобные выходки постами. Просто нужен Airfield, нужны Миги. И третий ресурсный центр ставится от игрока из Украины. С
вскрывается, по всей видимости, бункер. Нет, не до конца, но тут ребята пошли в дом садиться. Причем дракон как-то плохо среагировал. И 4 мега минус 2 поста. Великолепно, без потерь играет богом данный. Все в окне, дорогие друзья. Еще один бункер ставит. Ну, просто бункерится у нас оранжевый пех во всю силушку. Да, а слева у нас безнаказанно добывает ресурсный центр. Пошло 4 мига и от Шедебро. Интересно, их цель, наверное, дозер. Совершенно верно, дозер, который не достроит бункер. Есть еще один у богом данного. И справа здесь, ну, какая-то пехота бежит. Вышку захватывает одну для себя сейчас игрок из Украины. Ну а россиянин уже отстраивает, кстати, командный центр, интересно. И здесь же шквал мигов, нет, они бьют по суплаю, который, ну, мне кажется, не догорит. Хотя вот было зато минус о полтраке, уже неплохо. Слушайте, ну интересный момент, да, конечно же сейчас командный центр очень-очень кстати. Неприятный миниганер по центру пробегает. Ой-ой-ой, сейчас будут просто, по всей видимости, вылавливать миги. Серьезно, вот так просто, вот она ошибка, Шедебро, нельзя держать миги. Филде. Очень поздно вылетает, и потери одного сейчас может быть. Ну-ка. Да, минус один. Минус второй, боже, минус третий. Ну куда? Зачем? И минус четвертый. Просто пришел миниганер, прорвался к воротам и забирает 4. Невероятно ужасно для Шедебро. Отстраивает дозер командный центр, но отстраивать, мне кажется, сейчас не в самом удобном месте. Потому что бегут три ракетчика, ну должны миги справляться. Уже есть напалм, совершенно верно. Шедебро, командный центр отстроен. И дракон, хороший дракон. Мог бы, кстати, опа, вышку-то перехватил себе. А, это ж богом дано вышка была, да. Он изначально ее захватывал, дракон немножко не туда уперся. Мог бы и сжигать, наверное, эту вышку. Но мне кажется, что сейчас получше справляется все-таки богом данный. Очень такие есть моменты недоконтроля. Шедебро, ошибки. Да, он, конечно, пытается все еще играть в атаку, делает килл последнего дозера. Это дозер, ханг, повышения не будет. И больше богом данный не сможет ничего построить. Хотя центр пропаганды, ох, как не хватает черного лотоса, жесть. Ну а у Шедебро в этом плане все хорошо. Как бы он не ошибался, по крайней мере у него есть командный центр. Мы наблюдаем 8 мигов в воздухе, невероятно. Есть военный завод. Но по сути, мне кажется, игроку из России нужно строить командный, точнее командный центр, центр пропаганды. Побежать, отхватить военный завод своего врага, и уже как бы половина задачи будет сделана. Потому что, ну, пехота, миги это хорошо, правда, видите, как миги сбиваются. Да, но разжигает, кстати, шикарно. Правда, зачем бить здесь по суплаю, непонятно. Наверное, нужно было бить по сапалтракам. Интересный момент. Слева все-таки ресурсный центр уничтожает. Спам чисто пехоты прет от богом данного. И труповоз опять же выходит. Так, центра пропаганды так и нету у Шедебро, но видать лотос тут никому не нужна, по всей видимости, да. Тем более, что вышки-то две сжигаются, вторая сейчас будет уничтожена. И вроде бы как все-таки оранжевый китаец начинает прорывать центр здесь. Неужели спам закончился у Шедебро, как же так? Но у богом данного, кстати, уже третий ран. То есть у него 1600 экспы. У Шедебро мы видим 1100 экспы. Это говорит о том, что, в принципе, богом данный лучше разменивается. Но у него нет командного центра. Уже пошли бы повышения. Да, это, наверное, был самый один из важных моментов. И именно правильных моментов со стороны игрока из России. Когда уничтожил вражеский дозер. Облетают миги. Будут бить по филду. Слушайте, интересно, а миги? Неужели все? Неужели минус филд с мигами? Ой-ой-ой-ой-ой! Как красиво разложились тут ребята! Ничего себе, опять отменяется. Ну уж, богом данный, даже без командного центра наносит такой весомый урон. Еще и казарма здесь пытается уничтожить. Правда, есть потери, да, минус казарма. Ну и труповод прорывается по центру. Ведь нечем сейчас Шедебро это останавливать. Он отстроил слева суплай, что толку-то? Юнитов нету, мигов нету, нифига нету. Он только вот казарму отстраивает. То есть у него, в принципе, даже казарм не было. Ему уничтожил богом данные стратегически очень важные постройки. Жесть. Проходит здесь пару ракетчиков. Ну, они просто будут наблюдать. И вот такой вот шквал пехоты нападает. Неужели в такой ситуации богом данные все-таки берет, да, всю свою силушку в кулаки и показывает Шедебро, что он на дозере здесь ничего не остановится.
Великолепно отрабатывают миги. Игрок из Украины показывает прекрасный контроль. Зажимается база Шедебро. Тот пытается отстроить вновь филд. Но мне кажется, сейчас уже это поздно, да и особо не поможет. Но если только отстраивать, ну где-то здесь надо было отстраивать. Слишком палевный филд. Сейчас его быстро блокнуть. Минус военный завод. На левом фланге попытка отстроить филд. Как раз таки пошел спам пехоты. Ну тут, да, тут все очень плохо. Минус труповоз. Пацаны раненые все. Что на базе у нас происходит? Оранжевого генерала. Опа, вот это, кстати, ну, не до контроля небольшой, может быть, у боком данного сидят миги, а два ракетчика подойдут. И сейчас они могут устроить очень-очень-очень веселый концерт здесь. Филдам, да, потому что все, минус раз миг, минус два миг, нет, два не было, два есть, три, и неужели с лучками третий отпадет? Четвертый. Или третий, четвертый, да, потому что здесь было 4, здесь 4, еще один ракетчик остался живой, еще минус миг, да как же так, боже, просто пришло два пацана и раздолбал, все, в филдах два мига осталось в такой большой пачке, невероятно, но интересно, да, вот два ракетчика, которые просто стояли, наблюдали, сделали сейчас только плюсов, но вопрос-то в том, пригодится ли это? Получится ли что-то сделать? Пошли повышение Шедебро. Хорошая ковровка. Труповоз-то пустой. Пехота высадилась. Ну, справа еще очень много пехоты. Так спокойненько летит себе самолет направо, туда, куда-то. Арт-удар Шедебро по филдам. Минус один филд. Остался один. Здесь вроде как образовалась мини-база. Есть драконы. Все-таки, по всей видимости, Шедебро берет себя в руки. И сейчас у него... какой-то план должен был в голове созреть. Да, все очень плохо, но он спамит дракона и пехота будет выжигаться. Интересный момент. Да, ну тут очень большая пачка. Все уничтожили. Командный центр все еще живой. Драконы пошли, кстати, вперед. Пехота пошла вперед. А, ну это пехота богом данного, извиняюсь. Но вот дракончики, это интересный момент. Неужели придет в контратаку? Справа заезжают посты и уничтожают единственный военный завод богом данного. Да ну. Интересно. Да, богом данный будет без завода, но здесь больше... вот эта пачка опасна. Там еще миги помогли. Минус командный центр, кстати. Остался Шедебро теперь без повышений. Но я думаю, что вот эти все здания должны здесь вырубаться просто изи-шмизи. Драконы пошли вперед! Драконы пошли вперед! Драконы никто не контролирует! И они сейчас просто сжигают всю базу, боже мой! Ой-ой-ой! Пост еще блокнул здесь, посмотрите! Миг, и неужели беззащитная база? Вот так все просто. Два дракона заходят и меняют вообще направление и суть игры. Но к победе шел богом данный, абсолютно к победе. Великолепный дракон и минус электростанция. Правда, от взрыва уничтожается, дракон уж был отъехать. Осталось всего два здания. Посмотрите, у богом данного и огромная пачка, которой нужно идти вперед, но ни в коем случае не простаивать. Дозер еще и живое Шедебро. Один саппалтрак добывает. Накрывают здесь аванпост. Вот этой пачкой нужно идти и нести. Идти и нести, нельзя стоять. Всего два здания осталось. Мало ли что, да, нету командного центра, но Шедебро может накопить и отстроить. Конечно же, нужно идти вперед сейчас с богом данного и, ну, забирать свою заслуженную, скажем так, победу. Столько он вытерпел, столько наконтролировал, но вот не доконтролировал под конец. Пропустил эти два дракона, которые нужно было ловить. Они сейчас дают большущий просто Шедебро шанс. Уничтожается ресурсный центр. Остается здесь реактор. Дозер один живой. Да, но еще не забываем, что вот здесь вот есть каркас. Ресурсный центр. А, ну и погоня за дозером. Но получается, что все-таки, смотря вот по юнитам, очень много юнитов богом данного. Ему здесь просто добить суплай, убить каркас. Но мы смотрим, что пошла. Кое-какая сила от Шедебро. Ему, кстати, добить не так много. Вот это очень интересный момент сейчас. Это сейчас мега интересный момент, потому что ничего не понятно абсолютно до последней секунды. Кто же кому добьет здание? Саппалтраки пытаются разрулить моменты. Криво очень они, правда, здесь катаются и давят. Бьется один полудохлый ресурсный центр. Саппалтрак давит. Так, бьется второй. Здесь пошел захват суплая. Есть каркас у Шедебро. Ой-ой-ой-ой! Неужели все-таки Шедебро победит сегодня? И это GG, дорогие друзья. Я поставил на паузу все, что осталось у Шедебро. Это
подолбленный ресурсный центр, каркас казармы, подолбленный бункер и вот этот вот остаток пехоты. Именно эти ребята принесли в конце победу. Просто невероятный получился у нас пехотный миррор. И самое, что главное, это интересное в исполнении наших ребят. Именно наших ребят из рук комьюнити. Богом данный добыл больше денег, у него 80-600. Но Шедебро не так прям мега сильно отстал, 77-700. По созданным войскам также богом данный чуть-чуть был впереди. Но мы видели, да, его спам пехоты очень большой. И потерял Шедебро намного больше войск. Но смог победить. Да, то есть тут такая же цифра, 152. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравился данный реплей, озвучка, то обязательно ставьте лайк, не забывайте комментировать видео, также подписывайтесь на канал. И не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. Ну а я с вами не прощаюсь.